1. Как вернуть свежесть овощам? Каждый может столкнуться с ситуацией, когда овощи залежались и потеряли свой первоначальный сочный и аппетитный вид. Попробуйте подержать их в уксусной воде. Это поможет вернуть им былую свежесть. 2. Зрелые и сочные плоды. Если несколько фруктов в вашей продуктовой корзине еще не дошли до кондиции, то помогите им это сделать. Поместите их на ночь в один бумажный пакет с яблоком. Последнее содержит в своем составе гасэтилен, который обладает оживляющим и подбодривающим эффектом. 3. Как придать золотистый цвет моркови и луку? Для того, чтобы лук и морковь подрумянивались быстрее и приобретали потрясающую золотистую корку, их необходимо посыпать щепоткой сахара. Если же поджаривается один лук, то для получения золотистого цвета можно посыпать его небольшим количеством муки. 4. Чтобы быстрее посолить огурцы. Если очень захотелось домашних соленых огурцов, а ждать совсем не хочется, можно ускорить процесс. Нужно только обрезать концы с обеих сторон или наколоть огурцы вилкой в нескольких местах. 5. Как быстро очистить помидоры от кожицы. Этот процесс может занять всего лишь несколько минут и потребовать минимум усилий. Достаточно лишь обдать помидоры кипятком и оставить на несколько минут. Слейте воду и подцепите кожицу, она с легкостью сойдет сама. 6. Как дольше сохранить бананы свежими? Любители сладких и вкусных бананов знают, что этот фрукт хранится не так долго. Чтобы сохранить бананы в свежем виде, действительно нужно очень постараться. Если обернуть корешок связки скотчем, то фрукт начнет темнеть на целых 3-5 дней позже. 7. Как хранить ананасы? Интересно, но факт. Чтобы ананасы как можно дольше оставались сочными и вкусными, хранить их лучше вверх ногами. Они так быстрее созревают. Важно также оборвать все листья. 8. Как хранить сельдерей? Сельдерей – это продукт, который обязательно стоит включить в свой рацион. Во-первых, он обладает отрицательной калорийностью, а во-вторых, это ценный источник витаминов и минералов. Хранить сельдерей лучше в фольге. Так он пролежит в холодильнике на месяц дольше. 9. Как сделать овощи хрустящими? Увядающий сельдерей, редис и морковь можно вновь сделать хрустящим, если опустить их в посуду с холодной водой и ломтиками сырого картофеля. 10. Как защитить лимон от высыхания? Когда для рецепта требуется несколько капель лимонного сока, лучше всего проколоть лимон гвоздем и выдавить из него необходимое количество сока.